Гуляю с грудничком по парку 1905 года. На аллее везде машины, хотя въезд запрещен. Почему это отпускают? Где инспекторы ГИБДД? Все едут на пролом, на гуляющих не обращают внимания. В 2017 году МУП по ОКС приступили к строительству с новым детским садом. Фундамент даже сложили. Теперь дома сданы, а сада нет. На участке техники нет. В бытовках живут собаки и бомжи. Почему застройщик не держит слово? Есть информация, что в Ярославской области по постановлению правительства помогают ветеранам войны и труженикам тыла в ремонте жилых помещений. А у нас в области проводятся такие мероприятия. Около торгового центра «Каскад» на пешеходной зоне паркуются машины. Это все на виду у администрации. Законно ли это? Там гуляют с детьми, недобрые до беды. Представитель общественной пожарной организации ходит по домам, якобы плановый обход. Показал удостоверение, а написано ИП. Очередное мошенничество. Люди боятся ходить по дороге от московских домов к бывшему СТС. Стаи бродячих собак охраняют свою территорию. Были случаи нападений на прохожих. Власти ждут людей. Продавцы продуктов ставят весы в глубине прилавка под углом 90 градусов от покупателя. Показания весов поэтому не видно. Когда просим показать, получаем хамский ответ. С квартиры на содержание общекоммунального имущества берут 2 куба воды. Откуда такие цифры? Заказывала себе протезы на родище. Теперь нас гонят в разные ортопедические салоны. Обувь будут шить в Москве, хотя на родище у нас свои колодки. Как так можно относиться к инвалидам? Шубиных 11. Почти месяц не проживала дома. Расход квартиры всего 1 кубометр. Танцы по ОДН прислали 3,5. Со светом похожая ситуация. Приходится ее обходить, и перейти дорогу на зеленый свет никто не уступает. И так из года в год. В поликлинике Сухово-Дерябинского микрорайона ажиотаж. Врач не успевает принимать всех. Проблема в кадрах или в большой численности.